Перед вами рецепт приготовления булочек с повидлом в мультиварке. Кто бы мог подумать, что даже выпечка в такой чудо-помощнице, как мультиварка, получается невероятной. Удивляйтесь вместе со мной. Расскажу вам, как приготовить булочки с повидлом в мультиварке. Вкусные, пышные и совершенно очаровательные, вы точно будете в восторге. Такой рецепт я обычно вспоминаю, когда еду на дачу летом, там у нас нет плиты, зато стоит старенькая мультиварка, а когда спеют спелые ягоды, самое время вспомнить об этом рецепте, ведь у этих булочек начинка может быть любой. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Сначала чуть подогреем молоко и растворим в нем дрожжи и сахар, перемешаем и подождем, пока начнется реакция, затем добавим и все остальные ингредиенты. 2. Вымешаем однородное тесто, пусть оно настоится как минимум час-полтора, обминаем затем и вымешиваем снова. 3. Делаем теперь лепешки, по центру выкладываем немного повидла, защипываем края. 4. Теперь получившиеся булочки плотно выкладываем в чашу мультиварки. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. В режиме подогрев держим 10 минут, чтобы булки поднялись, после чего в режиме выпечка готовим блюдо час. 6. Вот и все, осталось их немного остудить, разделить и кушать с удовольствием. Жду ваших лайков и комментариев. Вот из чего готовим блюдо. Молоко, 160 грамм. Масло сливочное, 50 грамм. Сахар, 100 грамм. Мука, 2-5 стакана. Яйцо, 1 штука. Дрожжи сухие, 1-5 чайных ложки. Ванилин, 0-5 чайных ложки. Повидло, по вкусу. Количество порций, 5-6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем приятного аппетита, жду вас снова.